подвернулся очень классный музей, который некоторые из вас знают, называется МОКО. Он есть один в Амстердаме, один есть в Барселоне. Соответственно, раз мы рядышком, я решил вам сделать небольшой экскурс и рассказать о том, что внутри есть. А внутри есть, на минуточку, оригинал Бэнкси, внутри есть оригинал Каус и еще несколько классных художников, которых я вам обязательно покажу. Так что всем любителям искусства добро пожаловать. Это школа переупаковки, маленький туристический выпуск про дизайн. Поехали! Всегда очень классно, когда музей располагается в старых зданиях. Красивенькая вывеска. Что, кстати, мне нравится в плане вывески, обратите внимание, что очень классный контраст между шрифтами. Все, что я всегда люблю, рассказываю и показываю. Да, классные очень акценты сделаны. При этом логотип сделан черным на красном фоне. И это очень классно отрабатывает с точки зрения привлечения внимания. Внутри нас встречает такая скульптура как раз того самого художника Кавс, о котором мы еще поговорим, это его псевдоним. Такие вещи очень классно работают, когда вы их помещаете в маленькое пространство. То есть обратите внимание, что огромная скульптура, да, это типа очевидно, да? Но само лобби очень маленькое. Вот. И, конечно же, именно здесь работает, опять же, наш любимый с вами прием, это пример контраста, то есть когда эта огромная фигура контрастирует с очень маленьким холлом, и за счет этого она выглядит еще больше. То есть если бы мы ее поставили просто под открытое небо где-нибудь в поле, конечно, она бы выглядела не так эффектно. Но про Кавс мы еще поговорим попозже, как раз мы сейчас зайдем внутрь, и все будет видно. Заглянем вот сюда, посмотрим. Особенно мне показалось интересным вот этот Бэнкси. Озги Меос, очень крутые ребята, посмотрим их работы. И еще, конечно же, вот эта классная штука. Она очень попсовая. Это от Les Fantômes и студии Irma, кстати, тоже очень прикольный проект. Хочется еще сказать, что у Мока, конечно же, есть свой фирменный цвет. Это розовый. И обратите внимание, как он дальше классно отрабатывает. Например, в идентике, да, то есть розовая книжечка, которая дальше очень классно разобрана. Обратите внимание, что вот эта вывеска In Art We Trust, она есть еще здесь. Очень классно, классно, когда пересекаются какие-то носители. Да, у нас есть носитель на бумаге, вернее, идея на бумаге сделана, да, и это же слоган сделан на стене в виде такой вот неоновой надписи. Да, очень попсово, и, конечно, вообще отдельно хочется сказать, что у Мока просто гениальный в плане маркетинга, гениальный проект, потому что сделано все, чтобы здесь потратить очень много денег, и я их сегодня буду тратить на то, чтобы вам это все показать. Как сделана навигация? Не всегда все лежит на розовом фоне, хотя это основной фон, да, и розовым довольно классно отработано по черному. Другое дело, что мне кажется, что здесь странно, что одного цвета сделано. То есть мне нужен билет, у меня есть билет. Возможно, было бы правильнее это немножко по-другому реализовать, то есть сделать больший контраст в этих частях. И внутри, конечно, эта скульптура выглядит еще более эпично, да, когда это вместе с этой аркой работает, ты оказываешься внутреннем дворе, красиво сверху падает цвет, очень красиво. Очень прикольные стойки, где покупаешь билет и лежат такие конфетки. Кажется, это классная очень отсылка к тому, что современное искусство часто сделано, наверное, под влиянием каких-то препаратов. Но на самом деле часто бывает так, что художники могут и без этого на самом деле придумать. Поэтому такая шуточка. Что, давайте поднимемся в основной зал, посмотрим, что там нас ждет внутри. Ну и заодно еще раз побалдеем с скульптурой, которая во дворе. Сверху она выглядит так же классно, как и снизу. Вот. Что, кстати, еще забыла не сказать. Мне кажется, что очень здорово, что она сделана и из такой текстуры, которая напоминает дерево. То есть она классно вписана в пространство. Тоже нельзя это не отметить.
есть ребята решили не делать ее какой-нибудь яркой, сумасшедшей, как многие работы Кавс, но мне кажется, в этом тоже есть классная очень задумка, того, чтобы она хорошо работала внутри пространства здесь. Одна из первых работ, которая нас встречает, работа, собственно, Газ. Что тут интересно? Мне очень нравится, что здесь, на этом простом примере, можно объяснить, как работает цвет и тень. Обратите внимание, допустим, есть основной цвет, и только с одной, с еще одним тоном создается тень. То есть сразу же верхняя часть превращается в объемную с помощью всего лишь одного мазка. Дальше интересно, что то же самое происходит с нижней частью. И когда мы отходим, мы видим перед собой объемную картину, хотя она решена довольно в таком простом стиле. И особенно здесь еще контраст возникает очень классно вот здесь, когда мы, ну, художник тут не добавляет никаких теней, возникает классное очень противостояние между плоскостью и какими-то простыми объемами. Хотя, по большому счету, здесь, ну, для многих скажете, ну, просто типа мазня, там какие-то цветовые пятна. Но за счет объема этой картины, да, за счет того, какого она размера и классное сочетание цветов, да, очень тоже контрастно обратить внимание. Синий с красным, да, и бирюзовый с оранжевым. Такие сочетания, конечно, дают очень мощный эффект. Еще одна очень крутая работа здесь. Что про нее сказать? Ну, во-первых, это щеночек Снупи, который лихо очень упал, превратился в диванчик. Может, там долго спорить, что хотел сказать художник, но очевидно, что здесь очень прикольно идет такое противопоставление доброй, мягкой вещи, да, с тем, что она еще с убитыми глазами. Может быть, нам хотят сказать, что мы были убиты. Я тоже хочу отметить, как сделано оформление самой выставки, потому что дизайн, как известно, он везде у нас находится. И очень классно разбито внутри языка. Это вообще очень редко хорошо сделано в других музеях. То есть написано английский, испанский, каталонский. Да, ты быстро находишь свой язык, при этом, собственно, сам художник тоже ярко очень выделен. И это же можно сказать и про подпись конкретной картины, конкретным работам. Да, посмотрите, четко очень разбито, очень аккуратная верстка. Еще нельзя не сказать, что здесь очень классный акцент на художнике, всегда набит другим шрифтом, который очень классно работает с остальными. Вот, и шрифт, кстати. Та же самая гарнитура, что и в логотипе. Очень круто. Что, давайте пойдем посмотрим немножко на Бэнкси. Вообще Бэнкси здесь своими антивоенными высказываниями, собственно, в виде скульптур, картин. И в таких деталях, конечно же, сразу можно понять, что человек понимает. Ну, если есть вопрос, как мы должны понять это искусство, очень просто. Сам мозг Цезаря вынесен, мозг изнутри. То есть мозг убил человека, кто пытался причинить насилие. Наверное, так. Вот. Довольно крутая история. Как прикольно просто так. Ну, как там можно понимать искусство? В принципе, наверное, Бэнкси, ну, на мой взгляд, один из самых доступных для того, с чего начать можно свой путь к пониманию. Смейся сейчас, но один день наступит, когда ты будешь в ответе за то, что смеялся снова. Смейся сейчас, но однажды наступит день, когда все изменится, или там ты будешь в ответе. Опять надпись, дальше пауза. Видимо, стало не смешно. Опять смеси, дальше пауза, 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 опять смеси сейчас. Ну, собственно, что это означает? Классный ритм, да, всей картины. Как раз за счет этого создается мысль, да, простой граффити. Ну, относительно простой, да, но с понятной идеей.
Одна из самых известных его работ, которая, помните, на аукционе она была разрезана. Вот. Оказывается, с ней все в порядке. Хочу показать еще одну работу, которая меня очень впечатлила. Работа так называемых близнецов. Вот. Люди творили вместе всегда, всегда вдвоем. Вот, называется «Мусский мяс», их коллектив творческий. Хочу показать вам пару работ, очень мощных. Смотрите. Очень крутое решение. Лица. Да. И, собственно, рты. И все это соединено с колонкой. Люблю такой арт, потому что он доступный, понятный, при этом сама мысль, ну, не меньше, чем в каких-то более сложных вещах. Собственно, что люди разных национальностей. Я желтые, коричневые, белые, черные. Все это здесь. А молодые, старые. Мужчины, женщины. При этом для меня это тоже картина, она довольно объемная, крутая инсталляция, большая. В стене разная толщина работ, все эти разные толщины коробок, очень круто отрабатывает. Да. Такой создается даже ритм здесь. Вот. Техника очень лихо нарисована, смотрите. Да, брызгами сделан, мазками. Вот. И вблизи выглядит довольно спорно. Вот. Ну, для кого-то спорно. Мне дико нравится. Вот. И издалека очень круто читается, круто работает. Вот. Одна из моих любимых работ здесь, в МОКО. Вот. Вернулся, чтобы специально снять для вас контент. Где-то просто красный рот. Где-то закрытый рот. Где-то с колонкой. Ну, еще одна работа, которая мне очень нравится. Супер радужная, яркая. Да, тоже читаются эти лица, которые мы только что встретили вот здесь. Но эти лица сделаны в другом контексте, помещены. Классно. И по технике тут совсем уже другая история. Да, тут много декора. Да, сделано с применением каких-то то ли пазлов, то ли бус. Крутая такая объемная работа. Как вам ножки? Ножки просто красота. Очень здорово, когда смешиваются разные техники. Здесь такие довольно такие простые, векторные даже, я бы сказал, такая графика. Да, декор. И даже не знаю, как назвать, немножко пуантилизма на современное прочтение. Вот, очень нравится, что линии, они такие нечеткие, но не нечеткие только при приближении. Вот когда мы отходим, очень круто выглядит. Забавно, что у скульптуры в самой верхней части шарики немного наклонились, и все это теперь нарушает идеальную систему, которая здесь, видимо, была заложена. Искусство не вечно. В самой фотографибельной комнате, которая только есть. Комната, в которой реализованы очень старые проверенные методы. Зеркало в стеклянном кубе. И помещены такие вот висельки, которые меняют цвет. И за счет этого их на самом деле всего два слоя. Дальше стекло. Но за счет отражения вечного создается невероятная глубина. Бесконечная глубина создается за счет зеркал. Старый как мир прием, но он работает. Есть вещи, которые просто работают, поэтому на потолке нет этих элементов, но зато на потолке есть школа переупаковки. Очень нравится, как сделана навигация музея. Очень классный контраст супер старого материала, да, камни и современный. Ну и плюс очень классно издалека видно. Ну и, конечно, фирменный цвет.
Ну что, давайте познакомимся еще с одним художником, который произвел прям такое же влияние на страну, как Энди Уорхол на Америку. Это Такеши Мураками, тоже король поп-арта. И я хочу показать несколько интересных приемов, которые он использовал в своих работах. И дальше эти приемы подхватили другие иллюстраторы, ну и вообще другие художники и скульпторы. И есть одна очень яркая работа, которая здесь представлена, хочу вам ее близко показать. Что, перед нами сейчас один из, ну, таких, мне кажется, характерных примеров работ Такеши Мураками. Художник, который совсем не является в представлении, он сильно повлиял на визуальную культуру, на то, как выглядит одежда, айдентика, как выглядят мультфильмы, как выглядит 3D-графика. И на этой картине я хочу показать несколько суперхарактерных приемов, которые потом будут прослеживаться в работах других художников, дизайнеров и иллюстраторов. Еще он известен тем, что очень сильно смешивал текстуры и техники. И вот на этой картине, конечно, очень сильно видно, насколько он круто и лихо экспериментировал. Какой-то классический очень паттерн на фоне, да, такой исторический, я бы даже назвал, сверху сделан такой поп-артовский трафарет, да, очень ритмичный, вот эти кружочки. Дальше просто сумасшедшая иллюстрация с сумасшедшими глазами. И дальше один из самых, мне кажется, известных его элементов, это черепок. И черепки выполнены в очень, собственно, разных стилях. Да. И градиент, и заливка паттерном, и очень яркие обводки. И, конечно же, сумасшедшие абсолютно цвета. Но все это вызывает такой визуальный стресс сначала. Потом это очень нравится, и это притягательно, потому что яркие штуки всегда очень притягательны. Еще чем круто, чем известен Такеши Мураками, он смешивал наследие своей страны с современным влиянием. Ну, здесь нельзя не заметить, что такой тигр очень явно японский, да, и такие мотивы там деревьев, сакуры есть. И аисты, да, которые используются часто в классической японской живописи. Ну и сюда он лихо замешал черепа, да, то есть тигр идет по черепам. Ну, мне кажется, тоже здесь каждый найдет свой смысл, но толстый, довольный кот идет по головам. Да. Мне кажется, что в любой культуре, в любом времени можно найти отсылки к тому, что здесь заложено. Ну или вот слон с тремя глазами, который также стоит на черепах. И разноцветная кровь стекает на разноцветные черепа. Очень символично, красиво. Но вот такие штуки, если честно, мне не нравятся. То есть нельзя сказать, что я большой фанат каждой работы в музее. Жанр фотографии я не супер люблю, когда он в галереях. Не знаю, почему так сложилось. Здесь понятно, что есть отсылка к «Тайной вечере», да, в каком-то современном прочтении. При этом, мне такое не нравится. Напишите, нравится вам или нет такое. Должно ли это быть в галерее, или, может быть, оно должно быть в другом месте. Здесь есть несколько абстрактных работ, которые тоже всегда вызывают много вопросов у людей на духе. Что это за мазня? Или там, зачем вообще это художник сделал? Сейчас вы со мной видите одну работу, сейчас я поближе покажу. Вот большая красивая мазня. Как бы об этом сказал неподготовленный зритель. Но если мы чуть глубже об этом подумаем, то здесь у нас очень классное влияние цвета. Это просто абстрактная красивая штуковина, которая вызывает у каждого свои эмоции, как искусство. И поэтому человек в зависимости от своего бэкграунда, развития насмотренности, интеллигентности, жизненного опыта, каждый здесь что-то свое видит. И можно долго спорить, является ли такая мазня абстрактным искусством и является это искусством. А мой ответ – является, потому что это красиво. Ну, еще одна очень крутая работа.
размещена она в углу неспроста, потому что она очень круто работает. Для меня это как раз тоже пример такой спокойной абстракции, которая просто радует, успокаивает, вызывает какие-то теплые эмоции и делает это в галерее. Поближе посмотрим, как это реализовано. Вы тонете в цвете, и вам, может быть, это приходится по вкусу. Очень люблю такие работы, когда они минималистично очень решены. При этом, опять же, каждый подсчитывает какие-то свои мысли, свои эмоции, свои идеи. Та самая Кусава, на самом деле, не самая известная ее работа, мне кажется, потому что больше это Мадемуазель, известная своим эксцентричным образом и гораздо более яркими красками. Но к вопросу, что здесь нарисовано? Нарисованы кружочки. Вот, нарисованы красивые кружочки. И все. Это масштаб этих кружочков. Заставляет на это смотреть долго и искать ответы. В прошлом выпуске говорили с вами про Энди Уорхола. Вот одна из его, на самом деле, тоже очень известных работ. Доллар. Он нарисовал доллар как еще один элемент поп-культуры. Изобразил его вот так. И здесь вот объяснили нам, что это все означает. Мне в этом уголочке гораздо более интересно, на самом деле, работы Жан-Мишеля Баске, потому что он считается, ну, если не учеником, то очень близким соратником Энди Уорхола, и Баске тоже очень, ну, большой вклад внес в культуру. При первом неподготовленном взгляде, конечно, для многих, думаю, сейчас кто смотрит этот выпуск, вам кажется, что это какие-то детские рисунки просто, да, какая-то мазня, странные каракули, да, толстые розовые. Вот, но надо чуть глубже в это копнуть и подумать, что же нам хотел сказать автор. Вот. А история с Баски была очень интересной, на самом деле. Человек вот по-новому трактовал то, что он видел вокруг себя. Он, кстати, очень много использовал шрифтов и работы с типографикой. Он очень много уделял внимания. И это тоже был свой такой вот вайб у человека, свои мысли. То есть обратите внимание, да, что у него очень много шрифтов стало в работах, да, в отличие от более ранних. То есть вес шрифта внутри этой работы очень высок. Но обратите внимание, сколько шрифта внутри работ, сколько букв, слов. Да. Он, мне кажется, одним из первых стал так много выделять мыслям именно воплощении текста. Искусство — это сложно, и надо заставлять себя разбираться. Для того, чтобы становиться умнее, интеллигентнее, чуть более образованным, надо находить в себе силы, смотреть на картинки, пытаться разобраться, что там было сказано, почему это висит в галерее, почему люди платят за это деньги, чтобы посмотреть. И если вы вот эту работу будете проделывать над собой, то точно вы станете гораздо более интересным человеком, у гораздо более интересных людей гораздо больше возможностей в жизни. Именно за счет того, что у них интересный багаж и крутая насмотренность. Поэтому я эту работу делаю над собой каждый день. Я много чего не знаю. И каждый раз оказываюсь в галерее, я чувствую себя абсолютным дилетантом и глупым человеком. Но каждый раз я узнаю что-то новое, это меня обогащает. И мне кажется, что это влияет хорошо на мой бизнес. Ну что, таким получился обзор. Я надеюсь, что вам было интересно. Напоследок я бы хотел заглянуть в магазинчик и показать, как делать маркетинг, как зарабатывать на искусстве для того, чтобы делать ваш бизнес еще более прибыльным. Сейчас покажу вам, как сделан мерч в этом музее и поделюсь несколькими мыслями о том, почему это круто. Во-первых, сам магазин сделан как выставка. Очень много белого пространства, обратите внимание, очень много белого.
все выдержано в розовых цветах, фирменном, да, то, что я всегда не устаю повторять. И все объекты так или иначе относят нас, собственно, к тематике музея. Что меня здесь очень сильно порадовало? Порадовало, как люди используют паттерны. Угадайте художника в комментариях. Буду вам подсказывать. Что еще? Ну, конечно же, смотрите, постеры продаются. Да, то есть нас заманивают в покупку постеров. Очень крутые коробки. Коробки, кстати, отдельно, хочу сказать, очень здорово сделаны. Да, видите, In Art We Trust. Такая, кстати, надпись, которая вообще никак никого не обижает. Да, мы верим в искусство. И лого, да, и здесь контактики. Ну что ж, вот такой получился выпуск «Школы переупаковки». С вами был Николай Пире. Я надеюсь, что вам было весело, полезно, и вы узнали хотя бы одну новую вещь, которую вы не знали до этого. Подписывайтесь на наш канал, ставьте сердечко, колокольчик и поделитесь мыслями, в какой музей в мире вы бы еще хотели съездить. Возможно, мы туда доберемся и сделаем для вас классный контент. Пока-пока, делайте красивый дизайн. До встречи!